УПЛ выходит из карантина, Рома проявляет интерес к Мораесу, в то время как на лидера Александрии претендуют сразу два клуба из Италии. А пока претенденты возглавить футбольную федерацию Украины обещают новые стадионы, лучшие арены страны уже покоряют мировые топы. Доброго времени суток, и с вами новостной дайджест «Улитка Зидана». Зашнуровывайтесь, мы начинаем! Сегодня мы пройдемся по украинской премьер-лиге, которая, к слову, возобновится с 30 мая. Матчи будут точно сыграны при пустых трибунах, а также федерация настаивает на обязательном тестировании всех игроков и персонала клуба. Правда, пока до конца непонятны все нюансы возобновления турнира. В частности, в СМИ появилась информация, что у львовских Карпат не хватает денег на проведение тестов для игроков и персонала. Но этот вопрос, похоже, уже как-то урегулировали. Также, по последним сведениям, все команды будут доигрывать матчи на своих стадионах. По поводу стадионов в сети появились вот такие интересные кадры. Уже на протяжении нескольких месяцев в УПЛ продолжается активная предвыборная кампания. И в лучших традициях почти любых выборов кандидаты не скупятся на обещания. В частности, один из претендентов, Михаил Митравелли, на днях презентовал проект реконструкции стадиона в Украине. Именно эти кадры вы сейчас наблюдаете. Честно говоря, пока трудно верить в такие проекты, но будем надеяться на лучшее. Переходим к самому вкусному – трансферные инсайды. Скаут Алекс Великих поделился инсайдами серии А. По его информации, итальянские клубы активно следят за одним из игроков – Александрии. Алекс не стал называть фамилию игрока, но вот по информации портала Футбум речь идет о хавбеке Кирилле Ковальце, которым интересуются Фиорентина и Сампдория. Ранее в СМИ сообщали, что итальянские скауты следили за игроком на матче Лиги Европы Сент-Этьен-Александрия и остались довольны. В этом сезоне Ковалец провел 14 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Трансфермаркет оценивает 26-летнего полузащитника в 950 тысяч евро. Ну что ж, будем держать кулачки за парня, ведь дорожка из Украины в Италию давно протоптана. Тут можно вспомнить и Шевченко, и не такой далекий пример Малиновского. Следуем далее. Это еще не все новости с Апеннинского полуострова. Рома Пресс сообщает, что римляне интересуются нападающим Шахтера Джуниором Мораесом. Напомним, что в зимнее трансферное окно Рома и Болонья уже пытались подписать форварда, но не смогли договориться с Шахтером. Сегодня же, по информации источника, главный тренер Ромы Пауло Фонсека уже обсудил возможный трансфер со спортивным директором. Видимо, летом римляне предпримут очередную попытку. Заканчивает наш трансферный блок уже состоявшийся переход Вильяна Гомеса, технически из Зари, а фактически из Металлиста, в бразильский клуб Крузейро. Трансфер состоялся уже давно, но деньги за игрока, а именно 1,7 миллионов евро, уплачены не были. И вот 14 мая исполняющий обязанности президента Крузейро объяснил ситуацию с долгами клуба. В частности, пообещал рассчитаться с Зарей до конца месяца. Мы склонны верить этому заявлению, главным образом потому, что в ином случае клуб ожидает серьезные санкции от FIFA. И закончим наш выпуск несколькими достижениями отечественного футбола. Начнем с Донбасс-арены, о которой можно посмотреть ролик на нашем канале по подсказке. Этот стадион оказался в компании топовых арен, которыми может похвастаться современный футбол. Родной дом Шахтера занял 18 место в итоговом рейтинге испанского издания Marca, что, по нашему мнению, вполне заслуженно. Эстафету достижений подхватывает молодой талант Шахтера Михаил Мудрик и его финт на миллион, а точнее 5 миллионов просмотров, которое собрало видео в Instagram. Предлагаем вам насладиться этим финтом, а на этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик.